Вас приветствует школа кунг-фу «Дракон и Тигр» городского клуба восточных боевых и оздоровительных систем, город Северодонецк, Луганская область. Итак, мы начинаем. Thank you.
даже не знаю, что это было. На самом деле, конечно же, мы не только делаем показательные выступления. Спортсмены школы кунг-фу «Дракон и Тигр» реализуют себя в спортивных соревнованиях по кикбоксу. И сегодня мы хотим показать вам три различных раздела соревнований, в которых мы выступаем. Вот это будет совсем немножко, но мы постараемся, чтобы вы почувствовали разницу между этими спортивными соревнованиями. Итак, кикбоксинг. Первый раздел, как мы представим ребята, это раздел «Семикандаут». «Семикандаут» отличается от других разделов тем, что, во-первых, в нем нет полноконтактных ударов, во-вторых, это похоже на фехтование или похоже на работу снайпера. То есть это одиночные четкие попадания в зачетные зоны, в которых мы сразу можем поставить оценку и увидеть, что спортсмен завоевал в данный момент. Итак, цель контакта. Поехали. Первый удар прошел с этой стороны, поэтому здесь спортсмен получает один балл. Поехали. Сейчас вот между рук сквозь защиту прошел удар с этой стороны. Один балл. Файт. Оп. Встречный удар. Один балл. Файт. Это как выиграть. Файт. Стоп. Брейк. Стоп. Файт. Один балл на грудь. Корпус. Файт. Стоп. Файт. Один балл на грудь. Файт. Стоп. Один балл рукой. Файт. Стоп. Один балл. Файт. Говоришь, Никита злые? Стоп! Типа ты был добрый. Встречный. Стоп, спасибо. Молодцы, ребята. Значит, снова. Зал закопили. Спортсменов, которые занимаются китайской школой боевых искусств, поиск вида спорта, в котором мы могли бы показать себя и представить свои результаты, был довольно сложным. Мы пробовали себя в разных видах боевых искусств. Но нашли в кикбоксинге. Почему в кикбоксинге? Потому что, на мой взгляд, кикбокс – это самый демократичный вид спорта среди боевых искусств. Он включает в себя огромное разнообразие различных правил, и при этом, если человек занимается своей школой, то есть занимается, например, учеником карате, может выйти в кикбоксе и показать свою боевую искусство. Занимается боксом, может выйти и показать свое боевое искусство. Занимается чем-то еще, тоже может. И мы тоже, мы, китайская школа, тоже можем проявить себя. Самое главное понимать правила и выполнять, и все. То есть возможность соревноваться на одной площадке различных видов боевых искусств. Мы представляем кикбоксинг «Искра». Fight, light contact. Стоп. Ну давайте сделаем маленький перерыв, как будто у них закончился раунд. А я сейчас хочу сказать, что вот вы увидели разницу в том, что здесь нет оценки одиночных ударов. Здесь как в боксе. Идет бой, а боковые судьи, их обычно три, они пишут судейские записки и по итогам боя сдают их в секретариат и там смотрят, кто выиграл. По преимуществу, по двум или по трем победам, которые отдали судьи, соответственно, ставится общая оценка исходного. Итак, еще. Пойдем. Второй раунд. Стоп. Ну вот так. Спасибо. И еще один раздел. Соревновательный раздел, в котором включается работа ног по ногам. Ну, мы продемонстрируем вам раздел «Лоу-кик», вот, но только поскольку ребята у нас сейчас еще выступают, мы просили сдерживать силу удара, потому что «Лоу-кики», как и в «Фулл-контакте», идут полные контактные удары. Ну, мы постараемся чуть-чуть удержаться. Да. Файт. Еще один небольшой фрагмент своего выступления.
видеть то, как делаются фильмы, как работают каскадеры и как работают актеры, которые потом в настоящих фильмах вы видите как нечто совершенно необычное. Давайте попробуем, что получится у ребят прямо сейчас. Все сделать. Вот, ну и самое главное, чтобы был мир.